Минск. Это было необычное первенство Советского Союза по прыжкам в воду. Трое девушек и трое ребят получали путевки в Монреаль. Шестеро из 120. Сильнейшие. Мастер спорта международного класса Ольга Сласникова, Динамо Минск. Семь с половиной, семь с половиной. Остальные оценки 7,5. Заслуженный мастер спорта Советского Союза, чемпионка мира Ирина Калинина, труд, город Пенза. Восемь с половиной, девять. Мастер спорта международного класса Елена Горина, Динамо, город Саратов. 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 8. 42,84 балла. Лена Горина после шестого финального прыжка на трамплине была на втором месте. Ей оставалось два прыжка. Всего два прыжка до Монреаля. Лицом ударилась. Она же лицом ударилась, сердце. Прыжок оценивается в 0 баллов. Мы не снимали ее слез. Мы не снимали машину скорой помощи, которая увозила Лену в больницу. Этого мы не снимали. Лишь на другой день пришла она в бассейн и впервые за много лет стала зрителем. За что ты любишь прыжки в воду? Не знаю. Такой же пришла 12 лет назад в саратовскую специализированную детско-юношескую спортивную школу «Динамо» по прыжкам в воду Елена Горина. Первый год — 3 занятия в неделю. Второй год — 4. Третий год — тренировки каждый день, а потом и 2 раза в день. И ни одной тройки в школьном дневнике. Ни одной. Прямые ноги. Хорошо, Дима. Быстро, уже пошел. Андрей, быстрее, Дима. Пожалуй, чаще всего в этом зале звучит одна и та же команда. Еще раз. Еще. Еще раз. Еще. Еще. Еще раз. И все для того, чтобы научиться прыгать вот так. Thank you.
не всем быть. Прежде всего, мы считаем, что в нашей школе, это основная, в общем-то, задача, и все тренеры считают, что это воспитание настоящего, волевого человека, который может преодолевать страх. Научиться быть смелым. Можно ли? Света еще не умеет плавать, а ей нужно прыгнуть в воду. Ты у нас молодец, смелая. Смелая девушка, ну не бойся, не бойся. Попробуй, ну. Вот так. Молодец. Молодец, ножками работай. Вот так, 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 пошла. С метровой тумбочки девочки прыгают легко. А если с 3 метров? А если с 5? А если 7? Ну, естественно, из этих всех ребят, которых у нас насчитывается больше 200 человек, из них, конечно, будут единицы. Это мастера международного класса, мастерами спорта вообще, которых будет, знаешь, защищать честь СССР. Это, конечно, мечты наши, конечно, но ведущие наши ребята сейчас уже что-то уже умеют делать. Лена Горина. Мастер спорта международного класса. Слава Трошин. Мастер спорта. Надя Ефремова. Мастер спорта. Абсолютная чемпионка страны среди девушек. Еще в 1974 году все они стали кандидатами в олимпийскую сборную команду Советского Союза. А это их тренер Вениамин Васильевич Загуляев. Лена Горина отлично выдерживала свой кандидатский стаж. 1974 год. Первенство Советского Союза среди юношей и девушек. Лена Горина – чемпион страны по прыжкам с трамплина. Приз «Комсомольской правды». И вот 7-й прыжок в Минске. Она следила за товарищами и понимала, что команде трудно без нее. И поэтому на другой день мастер спорта международного класса
Елена Горина. Прыгала. Она не поехала в Монреаль. В финале на вышке Лена была только шестой. Но ее команда победила на этих соревнованиях. И снова Саратов. И снова две тренировки в день. Затягиваешь, а конец поджимаешь. Вот, попробуй еще. Еще раз. Еще. Еще. Вот так. И снова ни одной тройки. Но теперь уже не в школьном дневнике, а в студенческой зачетке. И снова они кандидаты в олимпийскую сборную страны. Олимпиады 80.